долгое время известный шоумен Гоген Солнцев не появлялся на публике и не давал никаких интервью. Все это время он тяжело переживал смерть родного отца. Отец Гогена умирал в полном одиночестве и нищете. О том, что Сергея Анатольевича нет в живых, шоумен узнал только через год после его похорон. Если бы он тогда меня не оставил, может быть, я вырос бы совершенно другим человеком. В смерти отца Гоген винит свою мать, Людмилу Кравцову. Как оказалось, Сергей Анатольевич звонил ей и умолял о помощи. Почему от Гогена скрывали смерть родного отца? И почему сегодня Гоген решил прервать молчание? Прости, конечно, папа, виноват, конечно, я сильно перед тобой.